Так, ну у нас началось лето, поэтому я решил шнурки подключить обратно. И когда я полез, заметил, что у меня здесь вот такие трещинки на шлангах для кондиционера. Больше вроде таких трещинок нигде не видно. Но я так понимаю, что мне шланги менять надо. Так, ну во-первых, ни хрена не помогло проклейка этого насоса. Вон, бежит, видно. А во-вторых, эти шланги. Это что у нас получается? Один уходит. На электроусилитель? Там эти по электроусилителю могут херануться, лопнуть. Блин, надо их поменять. Не хватало этих еще сюрпризов непонятных. Я думал, это на кондиционер идет, а это походу эти, наверное, идут на регулировку фар. Вот что вот этот шланг. Он идет сюда. А второй шланг, вот этот, тоже потрескавшийся, уходит вниз и вот на вот это вот устройство. Я так понимаю, это гидроусилитель. Так, ну короче, я придумал новое развлечение для сервиса Versan. Сервис — это заменить надо будет шланги. К тому же, я думаю, все, потому что вот там у меня шланг тоже подтекает, тоже на охлаждающую. И все рекомендуют ставить силиконовые какие-то там модные. Вот я думаю, лучше заменить.